На основе палки можно разложить всю систему. Рисуем круг, сектора защиты, 8 или 12 секторов. Самое, чтобы понять, допустим, стрелки 12 часов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Но основные 8 секторов. Вот нарисовали круг, в кругу нарисовали крест. Нарисовали крест, 12 цифра 6, цифра 9, цифра 3. Провели еще диагонали, 2, 8, 10, 4. Удар боковой, удар по шее. Удар по ребрам, удар по ребрам. Удар восходящий, удар восходящий. Сейчас задачи делаешь и проводишь удар палкой, но при нанесении удара палкой и удара шашкой рука не напрягается. То есть если я провожу удар, то есть я его провожу. То есть я его провожу, то есть удар, нету напряжения. То есть вот оно идет. Рука абсолютно расслаблена. Для чего мы делаем гимнастику? Вот палка имеет два конца. Если мы будем держать вот так, это по принципу самурайского японского, да, мы себя ограничили. Эта техника рассчитана только на один удар. Вот эта рука держит кольцо. То есть что происходит? Если я даже и нанес удар, я могу поменять и нанести другую. Я сделал шаг и вложил массу. Делаем вот это. То есть вот мы начинаем уходить. Вот я встал. Делаю шаг, но я не тороплюсь в движении. Под сер. Но спина должна быть прямая. Посмотрите, вот она, осаночка какая. Вот она. Вот вы просто вот это делаете. Но смотрите, это работает мышцы плечевого пояса. Нету здесь силы. Вы делаете вот, и вы вот так вот нагибаетесь. То есть смотрите, вот он, удар. Вы видите? Вот он. Вы представляете? Ну сейчас голова просто как орех разлетится от этого. Вот если вот так вот дам, то есть нужно бить реально. Но теперь это же все мы делаем медленно. Но я вкладываю массу. За счет чего? За счет подседа. Масса ног сюда переходит. Вот должно быть. Вот это называется загрузка. Вот это я и дыхание свое веду через этот предмет. И вот я не спешу, я нарабатываю. То есть вот, вы подходите. То есть вот это, понятно? Я вот бью и разрубаю его до конца. Вот это палка, меч, шашка. Вот это слабая сторона, это сильная. Здесь скорость, массы нету. Здесь массы, скорости нету. Удар мы наносим примерно 1/3. Удар наношу вот этой частью. Вот это понятно? И опять же, смотрите, вот. Вот когда шашкой бью, разрубаю его до конца. Не вот здесь, не останавливаю. Можно вот это, ну, разозлить немножко человека. Да? Вот это я в домике, да, вот, детей 3 лет обучаю вот, русскому стилю. Начинаешь как бы медленно вести, по голове очень медленно. И чуть-чуть подсаживаю. Посмотрите, я в домике, но я получаю по плечам, да, проводить. То есть что нужно сделать? Нужно ручки прокрутить. То есть я сажусь и посмотрите, вот это подводящее упражнение. Смотрите вот сюда. Вот. То есть раз, что я делаю? Вот. Вот это подводящее упражнение. И вот смотрите, видели? Вот опять же, да? Вот положение. Вот. Работа в нижней рамке. В пол идет. То есть вот это подводящее упражнение, да? Подводящее упражнение в системе. Но это учебные упражнения. То есть это не боевые упражнения, да? Вот. То есть здесь уже как бы двойной какой-то контроль. Вот это наработка сенсорики, восприятия, но это весь подход опять же к шашке. Ну кто-то смотрит просто, ну дебилы там, да?
и говорят, а где он там палку найдет, а где, да вот он это будет тут палкой, руку себе разобьет, но они не понимают, что это продолжение руки, что это искусство из фехтования вышло. Но на палке легче разложить просто систему фехтования на начальных этапах. Но если не давать следующую шашку, будут задавать такие глупые, дурацкие вопросы. Начинает давить, давить. Ну постоянно давить. Посмотрите, даю угол. И начинаю убирать плечо, и вот на вот счет вот это идет наработка. Вот я сделал, убрал. И будет вот этот удар. Вышел с линии огня, с линии атаки. Вот, делаете под 45 градусов шаг, а затем пойдет наработка. То есть вот я начинаю вот эти вещи нарабатывать. Ну а следующее пойдет потом как бы вхождение. Я подсаживаюсь, выхожу, и вот мы вспоминаем, откуда вот эти вещи пошли. Вот эти вещи мы помним. То есть вот оно. И вот идет наработка. Вот. Я четко работаю, смотри. То есть вот работаю. В дальнейшем могу. И вот мы начинаем нарабатывать. Если он раньше времени пошел, но я еще движение не отпустил, естественно, раньше времени, значит, я поменяю. Ему нужно ловить момент некой точки невозврата, когда сигнал пошел. Тактического центра, зрения периферийной системы. И вот начинаешь уходить. Шаг под 45 градусов. И сразу пошла вторая. Вот это классика фехтования. Проводи. Смотрите, первое, что я делаю прохождение. Сейчас вот это называется клин. Здесь максимальная скорость. Проводи. Смотрите, я подсел. Видно, я какую часть получаю. Проводи за мной. Я подсаживаюсь, я начинаю подныривать. Это сейчас я делаю одной рукой. Расклинку. Вот это я делаю другой. То есть вот я вхожу. Удар идет сверху. Это раз, и удар идет тычок. Вот это раньше была шашка, потом это штыковой бой. Автомат, штык-нож. И это самая простейшая классика. Но удар нужно вести четко, вот сверху. Проводи мне. Смотрите, вышел в эту плоскость. Проводи. Вышел в эту плоскость. Проводи. Вышел в эту плоскость. Вышел в эту плоскость. Здесь начинаю расклинивать. И затем начинаю подключать двумя руками контроль. Меня четко сюда. Данной системы он отличается от других систем тем, что работа сразу идет с настоящим оружием. Есть такая методика психофизической подготовки, работа на малых скоростях. На сверхмалых скоростях. Эта методика есть как в китайских практиках цигун, так и на славянских практиках. Данная методика работы на сверхмалых скоростях позволяет входить иногда в так называемое состояние некой матрицы, когда в дальнейшем тебе быстрое движение кажется как медленное идет. Иногда человек, попадая в некие экстремальные ситуации, летчик перед тем, как катапультироваться, перед ним останавливается жизнь, или даже боксер профессиональный на ринге, или же просто боец в экстремальной ситуации, иногда попадает, что время останавливается. Вот можете почитать журнал «Милиция», он занимался у Гадочникова, в Чечне попали в засаду, он ехал на УАЗике, засада, 6 человек было. Стреляли из автомата. Он увидел, что летят точки. Какие-то точки летят. На самом деле это были пули из автоматов Калашникова. И по ходу движения он еще успел выпрыгнуть из машины. Так вот, некая методика продвинутая заключается в том, что вот посмотри, как я сейчас начинаю с тобой работать, подводить тебя к работе с боевым предметом. Но ты начинаешь медленно уходить. Я начинаю работать с медленным дыханием, с медленным сознанием и расслаблением. Когда я работаю на медленной скорости, и практики медленного движения
это практики оздоровительные, набора энергии. На быстрой скорости это расход большой. И вот я начинаю вот так вот очень медленно. Но в чем сейчас ситуация? Тебе сейчас по плечу попало, потому что не вышел. И посмотрите, вот я начинаю нарабатывать. Я начинаю нарабатывать для того, чтобы это был контроль. Посмотрите, опа, здесь. Некуда мне сейчас отойти. И я сейчас не подпрыгнуть не смогу, но может быть китаец какой-то и подпрыгнет сюда. И вот здесь я уже не присяду, по-любому ты мне достаешь. То есть что вот это сейчас защита? Посмотрите, вот она. Посмотрите, хопа, он попал. Вот это хопа, он попал. Здесь. Посмотрите. То есть движение, я его разрубаю. Я его не останавливаю вот здесь, движение. То есть вот оно произойдет. Что у нас здесь произойдет движение, что оно здесь произойдет. То есть посмотрите, посмотрите, вот оно вот это движение. Начинаю выходить и начинаю расклинивать. Начинаю выходить и начинаю расклинивать. В эту сторону. Вот мы нарабатываем, вот мы нарабатываем, вот мы нарабатываем, вот мы. Вот, это вот отсюда пошло. Так вот нужно немножко к историческим корням приобщиться и чуть-чуть понять. Принцип фехтования на длинных ножах, коротких ножах, а потом уже работа голыми руками. Вот ты начинаешь расклинивать. Вот хороший удар, нужно пробивать полторы-две фигуры. И вот я. Но для начала просто я отпускаю в свободное падение и массу ноги вкладываю. Массу ног вкладываю. Это работа с вынесенным центром тяжести. Вам, если вы в боксе вкладываете массу ноги в руку, то здесь массу ноги через руку вкладывается в палку. Это работа с вынесенным центром тяжести. Звук слышите? Посмотри, вот за счет вот этого, но мне, видно, нужно еще и ногой расклинивать. А теперь смотри, видишь, массу переношу. Масса тела у меня сейчас что происходит? Проводить. Видишь, она ушла. Она находится на левой ноге. Но как только его нога начинает проходить за меня, я массу тела сразу же делаю смещение вот сюда, переношу, и он ногу не успевает возвратить, проводить. Оп. Смотрите, видно, ближняя точка какая была. Еще даже не верхняя точка, ближняя ко мне, заново начинает. Вот видно вот это. Я вот делаю, и вот делаю вот такую подставочку и просто перевожу. Для начала первое подводящее. Отошел в сторону. Видно, сделал вот это движение. Отхожу, делаю этой рукой движение, левой. Правая рука, смотрите сюда. Правая рука делает блок. Оп. Теперь что мне нужно? Мне нужно задать вверх. И, например, вот сюда сделать там, да? Отошли под 45 градусов. Вот это. Вот эта рука блокирует и снизу. Теперь продолжаю движение вверх. Или же отхожу, или же на нем. Раз, я сделал. Теперь я делаю. Отобрать. Забираешь, забираешь, меня видишь. Еще раз посмотрите. Раз. Надо отобрать. Вошли, подставьте колено. Здесь работает. Четыре пульса выдох. Два пульса задержка на вдохе. Два пульса задержка на выдохе. Занятие, как называется. Ладно, вот по средам там более стандартные техники рукопашного боя, которые совмещают в себя ударную технику и технику борцовскую. Вот здесь по вторникам, четвергам это техники будут техники русского стиля на основе боевого фехтования, на основе традиций. Традиции фехтования на шашках, на саблях, на палках и также техники различных самозащиты. Ну, это некие мягкие пластичные системы. Да?